четверг в Самарской области пасмурно, но будет проглядывать солнце. Местами возможен небольшой снег. Днем -4, -6 градусов, ночью 9-11 ниже 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, в светлое время суток -4, в темное -8 градусов. Северный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, днем -6 градусов, ночью 10 ниже 0, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями. Днем -5 градусов, ночью -11, северный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 66%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.